От кого ждать помощи? Жители дома по адресу энтузиастов 1 бьют тревогу. Чуть больше года назад дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья стали обладателями новых квартир. Увы, счастье людей длилось недолго. Через несколько месяцев на голову горожан в прямом смысле стали рушиться потолки. До сих пор ни в одном подъезде нет газа. Жалобы жильцов в различные службы не дают результата. Одной из заложниц ситуации стала пенсионерка, инвалид первой группы Зараида Николаевна Никода. Она позвонила к нам в редакцию и попросила о помощи. Ольга Полякова попыталась разобраться в ситуации. Зараида Николаевна Никода – заслуженный учитель. Много лет отработала в Новоуренгойской школе номер 1. У нее было все, что нужно для женского счастья. Любимая работа, муж и дети. Сейчас Зараида Николаевна уже на пенсии. Инвалид первой группы, она не может ходить и живет совсем одна. Чуть больше года назад переехала из сгоревшей деревяшки в новую квартиру. Когда мы переселялись, то видно было, что вся штукатурка в общем коридоре – упала на пол. Сюда пришла, когда трещины были на потолке во всех помещениях. Буквально на днях трещины на потолке превратились в огромные дыры. В одночасье штукатурка пластами рухнула на пол. Зараиде Николаевне повезло. В это время она находилась в комнате. С таким грохотом все валилось с потолка, что я думала, дом рушится. Я боюсь ходить на кухню. Я боюсь идти по коридору, ведь вся отделка потолочная сдулась, и в любое время может все упасть на голову. Пенсионерка обратилась в управляющую компанию. Коммунальщики быстро отреагировали на сигнал бабушки, пришли и составили акт. Это все, что они могут сделать. По закону, строительные недостатки в течение 5 лет после сдачи дома в эксплуатацию должен устранять застройщик – компания «Трест Геострой». Но падающая штукатурка – не единственная проблема жильцов. В этой квартире Зараида Николаевна живет больше года, но до сих пор во всем доме нет газа. С этим вопросом мы обратились в общество «Новоуренгой Межрайгаз». Оказывается, для того, чтобы в доме появилась возможность пользоваться тем, что здесь же и добывают, застройщик должен был подать заявку на пусконаладочные работы. Но до сих пор в Новоуренгой Межрайгазе этой заявки нет. По непроверенным данным, строительная компания «Трест Геострой» объявила себя банкротом. Но даже в этой ситуации отчаиваться жильцам не стоит. В нашей стране были прецеденты уже, когда и управляющие компании заключали с ГРО данные договора, также заказчик-застройщик имеет право. То есть, по большому счету, мы готовы работать с любой организацией, которая обратится и имеет юридическое право выступать в роли заказчика по данному договору. Но до настоящего момента пока нам никто не обращался. А пока Зинаиде Николаевне придется готовить еду в комнате. Ведь на кухне нет газа, а пол засыпан штукатуркой. Пенсионерка настроена решительно. Она будет писать письмо в прокуратуру. Помочь в решении бюрократических вопросов больной одинокой женщине вызвался Центр социального обслуживания. Своих подопечных они не бросают в беде. Мы знаем о ее проблеме, которая возникла в квартире. Вот. С нашей стороны будет оказано содействие в оформлении всех необходимых документов для того, чтобы каким-то образом это подчинить крышу, ну, потолок ее и сделать ремонт. Вот. Мы уже написали в инстанции письма о том, чтобы кто должен заниматься этим вопросом. Вот. Чтобы поспособствовать, так как она является инвалидом первой группы и сама данный вопрос, естественно, решить не может. Зараиде Николаевне не нужно много для счастья. Она заслужила свои квадратные метры и спокойную старость. Пока наслаждаться заслуженным отдыхом ей не дают. Но хочется верить, что скоро все ее мучения закончатся. И она снова сможет без страха передвигаться по дому, не боясь, что на голову рухнет штукатурка. Ольга Полякова, Масуд Мунаев, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».